Готовимся к ужину. Ночное рандеву. Аннушка спит. Печечка работает. Печечка работает. Будем надеяться, дождика не будет, да? Будем надеяться, что дождика не будет. Кустами сядут. Да. Димыч себе спальник подготовил. Я раскладу. Рюкзаки что, сюда занести? Не, я там думаю, что да, не будет дождя. Вот, так что готовимся ко сну. Аннушка уже там укуталась, поленилась спальники взять. Да, это шкемт немножко. Но мы можем форточку приоткрыть верхнюю, если что. Не, ну мне-то на этом. Ну да. На низу-то хорошо будет. Да, согласен. Ладно, всем спокойной ночи. А чё он так медленно орёт? Полтора ночи. Наш охранник спит. На, яичко пить, чай. Заморозно. Основных я поверился. Печку раскочегарил. Девочка в спальнике спит. Макс где-то на улице. Что, звонят? Звони. Утро доброе, утро раннее. Наступает у нас солнышко. Мы проснулись в палатке. Сегодня прекрасный тихий день. Вышли порыбачить на озеро, до которого доехали. Анечка поймала огромного окуня. Ну, придет, покажет. Озеро тихое, лебеди летают, утки летают. Ну, короче, сказочно. Продолжаем пытаться поймать. И солнышко сейчас выйдет из-за туч. Так, Анечка тут лом. Главное, чтобы собака не забрала. Убери собаку. Макс! Вот так кусенького Анечка поймала. Зверька. Ну, чуть-чуть ниже своей головы. Это там собака. Ты его собаку сними, он тоже смотрит. Сейчас он тоже его споймает. Очень сильно споймает. Он, ему только дай такой. Ну да, такой. Ну сколько? Ну, 800-900, да, такой хороший. Ну спортивный. Хорош. Ну девка. Девка. Тихо, не лезь, Макс. Не все лезь. Спрятала. Все спрятала. Ты же, блин, ты смотри. Ну что, вот и вторая щучка за сегодняшнее утро, такая хорошенькая. Дин-дин-дин-дин-дин. Килограмма на 2 щемтика. Вот, прям приятно. А воблер покажи, какой кислотный диджей. Да, тут решили вот такую вот оранжевенькую. Вот, ну такая красотка. Да. Прям. Пойдем ее ко вторым отпускать. Главный приемщик добычи. Ага. Смотри сейчас. Мы его уже лозиной тут налупили. Смотри, укусит. Так, ну вот наш садок. Мини-детский садик. Ну ты, конечно, над водой молодец. Со щукой бегаешь. Да, все вот прям правильно. Еще одна такая же красавица. Oh,
Ну хлопушка. Петарда, петарды вот есть, продают вот. Ну да. Хлопушечка. Что было? Пойдемте посмотрим, что там осталось от нее. Разворотила ее. Прям действительно меловая. Вот такая вот она развороченная вся. Она, видал, сначала шипела. Ну, запал шипел. Да? Я так понимаю, она вообще должна это. Ну, дыма больше от нее должно быть, если она шумодымовая идет. Так, мы, короче, перебрались на другое озеро, доехали в обратную сторону, проехали километров 5 по болоту, вот, заехали, нашли тут такое местечко, сейчас поставили печечку, сейчас поставим водички, закипятим, уж больно пить хочется, прям вот так на бережку, смотрите, как мы классно разместились в этот раз, не нужно нам 500 метров идти. Димыч решил перекусить и говорит, голодный я как волк. Вот. Щучки у нас уже ловятся, уже штук 5 поймали. Ничего, сейчас мы переплывем на ту сторону. Там камыши. Погоняем там. Вот и так вот мы прикольно расположились с собачками, со всем скарбом. Печечка у нас сейчас быстренько нам чаек сделает. Вот, и все будет у нас хорошо, и мы сыты, довольны будем. А палатку посмотрим, где поставим. Может здесь, а может вон там до бора, в принципе, 500 метров. Вернемся, там поставим, переночуем. Так, ладно, кипятим чайник. Да, Макс? Макс, ты довольный? Мошки кусают. Ну что, наскучно нам было пешком ходить. Утрудились мы, короче, закачать лодочку. Сделали чаек. Чаек и супчик сделали. Все по-быстренькому. В общем, решили здесь палатку ставить. Нашли сухое место. Вот. Сейчас на лодку садимся. И едем Анюткиных крокодилов. С нами весь хоздвор приехал. Не, пусть тут сидят. Караулят. Сидеть, ребята, здесь ждите нас. Видели рыбаков. Здравствуйте, рыбаки! Здравствуйте. Чего поймали? Чего поймали? Ну, пока что мошку. Мошку? Да, пошла в море, хотя ветер хорошо. Ага. О, я смотрю, вы на квадрике тут отдыхаете. Молодцы. Сюда доехать просто так не доедешь. Сюда просто так не доехать. И пешком не дойти. Ну, тут мы, да, мимоходом да. Проплывая. Да, тут мы, да. Ой, у вас и печечка. Ой, и мопсик знакомый. Я где-то видел такой на картинке. Мопсик кого-то уже узрел.
орить этот Макс убежал на ту, аж на ту сторону. Я ему свищу, а он это не реагирует. Мы туда? Да. Он за нами увязался. А потом не понял, как это мы поплыли обратно, а он это самое. Ну ладно. Да бог его знает. Прибежит, дорогу же знает. Что, Макс, кусают? Ой ты, боже мой, да, мошкара такая. Вечереет, 5 часов вечера. Через час будет темно. Сейчас будем ставить палатку. Ребят отпустил на ту сторону переплыть, там камыш. Поехать проверить, что там, какое дно, что да как. В общем, 10 минут у них. Вот такая вот мошка летает вообще на экране. Потеплело, так они проснулись. Еще уже пару дней назад их вообще никого не было. Вот. Макс, а уши покусанные. Дихлофосом запшиким все равно кусают. И у нас все руки покусали. И так вот красота такая. Таежный. Закуток такой прикольный. Ладно. Утро доброе, утро раннее. 5:30 утра. Мы проснулись. Дым коромыслом. Заварим чайки, супчики. И бежим рыбачить. Анушка уже пробует первые спиннинги. Но говорит, пока еще никого. Поэтому мы сейчас быстренько заправляемся чайками. У нас тут мини-столик прям все, как говорится, нынче более удобно. Не нужно что-то организовывать на пенечках. Она походу рано, никогда не пьет. Макс охранник. Сегодня мы по-любому должны трофеев вытащить до обеда. И того вчерашнего крокодила на 16 килограмм тоже. Я им займусь. Так, ну что, сработала жерлица. Догоняем ее. Она, смотрите, уплывает. Сейчас еще, может, и нырнет. Офигенно, как уплывает. Я еще за ней погоняюсь сейчас. Что же, интересно, тут поймалось такое? Ну, в общем, что я сейчас вытащу, вы сами увидите. Блин, не взяла никого. Глянь, как она от меня убегает. Надо ее догонять. Поставлю на паузу. Ну, вот такая вот красавица поймалась. Небольшенькая. Полторашечка уха назад. Я погонялся за ней. Она ныряет. Бутылку не успеваю захватить. Ну, в общем, я ее поймал. Есть. Так что сейчас плывем к месту. Тихо, 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 тихо. Хулиганишь. Так, надо мне ее быстренько в садок. Бери это самое. Вот. Складывается. Ну, это я не знаю, это вообще залезет. Нет, она еще, во-первых, нервная. Нервная? Ух ты, какая нервная. Да, ну вот это да. Слушай, такую-то нажерлицу там, мы, по-моему, больше не... Ну, такие, да, нажерлицы были. Но ты на спиннинг вообще мастер. Да все, складывай. Все, закидывайте. Красавцы. Ну что, мы доехали практически до дома, без приключений, все четко. Вот, остановились возле берега, перекурить, вот, переложить вещи, чтобы не намочить, потому что квадрик прицеп сейчас там немножко подмокнет.
Вот, все сейчас течение сильное, поэтому нас немножко снесет. Будем сейчас двигаться. Пески такие, как в пустыне Сахара. Все, рыбаки готовы ехать домой.